«Дублеры у руля». Под таким девизом прошел в гимназии номер 259 весь учебный день 4 февраля. Почему в этом образовательном учреждении случился своеобразный переворот, смотрите в нашем следующем материале. Каждый год в феврале в строго определенную дату 4 числа в гимназии номер 259 происходит переворот по сценарию. Некоторые ученики становятся учителями, особо талантливые – директором или завучами. Дело в том, что 4 февраля у гимназистов праздник – день рождения любимого образовательного учреждения. В этом году ему исполнилось 17 лет. Здравствуйте, садитесь. Сегодня у нас проходит самоуправление, поэтому урок – проводить я у вас, учитель-дублер Сорокин Алексей. В этот день педагоги доверяют бразды правления в руки учеников. Такая своеобразная передача власти происходит в результате серьезной подготовки. Заблаговременно в гимназии проходят выборы, которым предшествует предвыборная гонка. Те гимназисты, которые захотели в этот раз стать учителями, завучами или директором, агитируют за себя, показывают свою деятельность. В результате голосования определяется руководящий состав. Например, Ксения Сорокина 3 года подряд была заместителем директора по учебной части, а в этом году стала директором. У нас в школе проходили выборы, было несколько кандидатур на этот пост. Проходили выборы среди учащихся, учащиеся сами выбирали, кто же станет. Вот, и в сложной борьбе победила я. Алгебру, письмо, литературу и многие другие предметы в день самоуправления ведут гимназисты. Конечно, волнуются. Перед уроком еще раз прочитывают план-конспект. Ведь в этот день они сдают некий экзамен перед своими почти сверстниками. Такой опыт дорогого стоит. Это достаточно интересно, потому что когда ведет учитель достаточно смежного с тобой возраста, он лучше понимает твои ошибки, и, следовательно, обучение происходит порой легче, нежели бы это был взрослый учитель, который был представителем старой школы, и, возможно, у него были ошибки в свое время совсем другие. То есть на данный момент она лучше нас понимала на уроке. Ну, очень было, конечно, интересно, тем более этот эксперимент как бы для самого ученика, познать себя в роли учителя. Ну, очень было смешно, хоть очень забавный был этот эксперимент. В общем, мне понравился урок, был достаточно интересно, потому что сверстник свой вел. Ну, интересный был урок, в общем. Наверное, такие эксперименты очень полезны как для тех, кто в будущем хочет связать свою жизнь с педагогикой, так и для тех, кто уже определил свою профессиональную судьбу. Это, конечно, сложно, но ты как бы изнутри это знаешь, все, как учителя как бы это все ведут, и как бы ты пытаешься некие свои, то есть что тебе, допустим, не хватает, что как бы тебе хотелось, чтобы учитель вел урок, ты сам пытаешься это воплотить в жизнь. И думаю, как бы учителя, наблюдая за нами, уже сами могут сделать какие-то коррективы в своих планах и в своей деятельности. Кстати, в этот день гимназисты не только учили и учились. Воспитательные и праздничные мероприятия забыты не были. Старшеклассники в своих классных комнатах рассуждали на тему добра. Ребята помладше были заняты в игровой программе. Они отгадывали загадки, смотрели миниатюры и поздравляли свою любимую гимназию с днем рождения. Будем научились мы дружить. Нам не бывает скучно в нем. Мы очень любим.